Всем снова привет на моем канале. Как и обещал, сниму видеоролик о том, насколько хватает вот этого электросамоката Xiaomi. Обзор полный на него есть на моем канале. Смотрите видео на канале. В общем, я проехал определенное расстояние по идеально ровной дороге. Для не по вот этой, повыше там специальная дорожка для велосипедов. Она ровная, она с покрытием, и ехал я постоянно 20 км в час, то есть на максимальной скорости. Как только у меня ушло два деления, то есть половина батареи, я так оцениваю половину, здесь еще есть вот это вот деление. Посмотрим дальше, насколько это все упадет и насколько его хватит. Я проехал сейчас 5,2 км, и у меня ушло два деления. Вес 81 килограмм, примерно максимальный вес, максимальная скорость 20 км в час. Проехал, как сказал, 5,2 километра. Сейчас я попробую дальше его тестировать до тех пор, пока еще два деления не упадет, и посмотрим. Но, судя по всему, на 20 километров, как указано, при максимальных скорости и грузоподъемности, скажем так, его, наверное, не хватит. Есть немножко нагрев колеса. Шина достаточно горячая. При том, что еще раз повторюсь, я не тормозил абсолютно. Все время ехал, потому что дорога идеальная, без корок, без ничего. В общем, продолжаю движение, посмотрим, насколько его хватит до полной разрядки. После того, как зажглось одно деление, скорость упала максимально до 15 километров. Проехал еще примерно метров 300, зажглась красная лампочка. Пробуем дальше. Скорость ограничена сейчас до 15. В общем, пройдено здесь 5 километров, и было 6 и 4, соответственно, примерно 12 километров. Скорость сначала упала до 15, потом до 10 километров в час максимально, с тем, что немножко подталкивал его еще, потому что съехать 10 км 12 не очень-то удобно и приятно. Ну, в общем, грубо 12 километров, и он погас, выключился вообще. Вот так вот. То есть в идеальных условиях, может быть, при 60 килограмм веса, температуре, наверное, плюс 27-28, и только в снятом зарядке в скутере, может быть, 15 километров он и пройдет, а может быть, даже 20. Но в нормальных условиях, если он там, например, зарядился, он был полностью заряжен, и вес будет около 80 километров, ну, точнее, килограмм, рассчитывайте примерно на 10-12 километров. Лучше на 10. Вот так вот. Толкаю домой. Всем спасибо. Подписываемся. Пока.